похищали денежные средства, предназначенные бизнесменам по программе лизинга оборудования. В этом полицейские подозревают сразу 25 человек. На данный момент сумма ущерба составила 22 миллиона рублей. Однако обвиняемым также вменяется покушение на хищение еще более 18 миллионов рублей по той же схеме. Совершить это преступление они, правда, так и не смогли. Их задержали. Сейчас дела с обвинительными заключениями переданы в Вахитовский районный суд. Анна Городнова о преступной схеме. По данным следствия, преступную схему организовали 4 человека. Это председатель общественной организации, член комиссии по рассмотрению вопросов выдачи лизинг-грантов и 2 предпринимательницы. Сговорившись с учредителями 20 фирм по поддельным документам, они заключили договоры о предоставлении оборудования в лизинг и похитили порядка 22 миллионов рублей государства. Еще 18 с лишним миллионов им похитить не удалось, но хотелось. План разрушили полицейские, задержав подозреваемых. Уголовное дело возбуждено ГСУ МВД по Республике Татарстан по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. До суда одного из подозреваемых заключили под стражу. В отношении 2 избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Остальные 22 обвиняемых пока остались под подпиской о невыезде. Материалы дела уже переданы для рассмотрения в суд. Анна Гранова, Нафиса Минязова, вызов 112.